Недавно мы с вами прибыли на пляж и поняли такую штуку, что мы недостаточно крутые для этого пляжа, поэтому нам нужно будет накачаться и стать мега крутыми, чтобы с нами начали все общаться в игрушке под названием Dodgeback Beach Club. С вами, как обычно, Кристалл, и мы начинаем! Ну и первым делом нам нужно будет, понятное дело, что накачаться. И первое, что я вижу, это уже вот здесь. Особенно вот этого парня, он мне дико доставляет, особенно светящимися сосочками своими. Ну, в общем, будем пока накачиваться. И, ребята, если вам захочется продолжение, видеть максимум прохождения этой игрушки, то поддержите лайком, более 1000 наберется, мы обязательно с вами продолжим и сделаем все максимально красиво, четко и тому подобное. Поэтому лайки ставьте, а сейчас пока что набираем массу. Ну, вообще-то, уже частично я подкачался, получается, 25 или 26% я уже набрал, плюс я уже под бустами нахожусь, поэтому быстрее накачиваюсь, но понятное дело, что на одном накачивании мы сами не остановимся, нужно будет еще по самому пляжу в целом пройти и найти, с кем мы тут можем пообщаться, и вообще другие способы подкачки, а то я тут сразу застрял и... Оу, открылась новая локация, смотрите-ка, я там еще не был, хотя и в других местах особо еще не ходил. Так, нет, это татушку ставит, я думал, это Arm Wrestling, держись, паря! Все будет хорошо, поверь, на самом деле нет. Так, и пойдем-ка мы... Че, снова? В смысле вы мне... Че оно то закрывается, то открывается. Доступ к зоне на телефоне. Окей, новая карта. А, то есть... О, это бар какой-то, допустим. Можно пойти в бар и здесь, видимо, пивка шмальнуть. Господи, боже, это что за... Ладно, в общем-то, очень интересная локация. Здесь есть с кем пообщаться. Еще какой-то парень там криповый подглядывает. Можно попробовать флиртануть. Ты говоришь, чё, какого хрена ты тут делаешь? И нам, в общем-то, чтобы быть такими крутыми, надо 75 массы, 75 свега, быть популярными, известными и так далее, и тому подобное. Так, давайте попробуем, кому можем звякнуть. А, то есть мы, как бы, номер у нас есть, но как бы это ничего особо нам не помогает. Так, ну ладно, в общем-то, нужно свегность нашу еще поднять. Ну и решил подкачаться в другом месте. Здесь вроде как интереснее. О, новые штаны открылись, значит, все же я смогу купить себе шматья, а то у нас свегности мало, но чтобы всех кадрить, здесь нужно набрать как можно больше поинтов, поэтому сейчас будем сами набивать мускулы, хотя бы до 50% накачаемся, и уже будет вполне себе неплохо, как я думаю, 50% это уже прям хорошо, так? О, нифига, он уже реально здоровый стал, смотрите-ка, сейчас отойду, и по-моему, у него только одна рука накачалась, или мне кажется? А, это он просто так держит ее. Ну, руки у него реально здоровые, не поспоришь. Так, и у нас татушки открылись, значит, можно будет пойти, кстати, на секунду, по-моему, в шапочке было, или мне показалось. Сейчас мы с вами докачаемся, и можно будет сходить, купить шмоток, татушку поставить и тому подобное. О, новые бустеры еще к тому же открылись. А вот через карту нашел магазин, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Говорит, хочу, я, говорит, хочу выглядеть клево, клево, клево и так далее. В общем, это нам как раз здесь и поможет. Давайте посмотрим, что можно себе купить. Так, это все? А, можно вот так вот. Окей, так, допустим, нам нужны самые крутые шмотки, наверное. Так, поэтому давайте возьмем что-нибудь типа такого, чтобы это хотя бы видно было, что мы сами накачаны. И сколько процентов дают? 3%. Ну да, хотя бы он получше выглядит в любом случае. Сейчас мы с вами наэкипируемся. Так, штанцы тоже какие-то спортивные, вон шорты есть более-менее нормальные, тоже их себе возьмем, свегность нас теперь 5%. Так, ну тут выбор у меня пойдет на сланцы, в ластах ходить, наверное, не очень интересно, поэтому лучше возьму себе это. Так, что там еще продается? Кепки есть различные, но я не уверен, что я хочу себе кепку, он с ними будет странно выглядеть. Давайте хотя бы очки возьмем, это уже это лучше, и свегность нам тоже даст, поэтому это прям замечательно. Так, что у тебя еще можно купить? Ботинки, шапки, волосы, давайте прическу посмотрим, какие тут есть. Но как показывала в прошлой части, то лучше взять что-нибудь подороже, да? Ну давайте вот такой, например, возьмем. Теперь как будто бы он из аниме какого-то, я не знаю. Почему-то у меня есть такое ощущение, не знаю, как у вас. Можете в комментариях написать свои комментарии, да? Вы можете в комментариях написать, что вы думаете по поводу вообще моего персонажа, я имел в виду. О, я, говорит, выгляжу так горячо, в общем-то. И можно сережку еще себе накинуть. В общем, сейчас всем обвешиваюсь, что прям свегность была очень даже у нас не слабая. Так, еще можно цепочку себе какую-нибудь. Почти все деньги потратил, надеюсь, того хотя бы как-то стоит. Так, 12% в общем моей крутоты. Я надеюсь, что я достаточно крут. Теперь так, чтобы пойти еще подкачаться, кстати, надо взять еще усилитель какой-нибудь и пойти быстро качаться, пока мы под ним находимся. Так, где у нас там пляжная качалка? Вот, мне туда нужно скорее. Так, чувак, дай мне качнуться. Пошли. Новая прическа как раз разблокировалась. Только я, получается, это... пришел, какие-то шмотки посмотрел. Мне еще надо со всеми пообщаться здесь, и тогда было бы просто идеально, так как мне нужно хотя бы просто с кем-то общаться, чтобы у меня была известность, скажем так.
Ну, в общем-то, набрал себе уже неплохую массу, почти 70%, хочу еще добить. Так, давай, 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 все, сейчас будет 70, а может один даже процент, отлично. О, вот такой-то у нас уже здоровяк, правда, надо пойти хоть с кем-нибудь побазарить. И вообще, шмоток довольно много новых открылось, это бы тоже было бы интересно глянуть. Так, еще здесь есть места, в которых я не бывал. Что за палатка, что здесь можно сделать? Так, здорово, чувак какой-то здесь есть. А, найти 3 контакта, а с кем я контачил вообще? И че, в смысле, а с кем я тут набазарился-то? Татушки? О, кстати, да, татушки, я забыл сделать татушки. Чувак отличный метод нашел накачаться. Так, и куда можно дальше пойти? Ага, можно в ту сторону пойти, а отсюда пойти куда? Никуда? Обратно вернуться? Странная локация, да здесь даже побазарить не с кем. Но типа, я вроде как с кем-то наобщался и получил бонусы отношений. Это что такое? Так, можно теперь... А, это я с собой шмотки таскаю, которые... Ну, допустим, ладно, меня это не особо интересует. Мне интересно открыть карту и сходить еще на шоу. Посмотреть, что за шоу. Здесь в любом случае надо с кем-нибудь побазарить. Так, чтобы тебе, говорит, туда попасть, нужны какие-то билеты, походу. Господи, они там одновременно разговаривают. А, найти, короче, билеты у нас одна из задач. Допустим, ладно, это я тоже попробую найти. Так, в бар давайте сходим. А здесь с кем-нибудь наобщаемся, а то мне как бы нужно в любом случае с кем-то общаться. Так, можно, конечно, флиртануть с данной мадам. Она просто прекрасно выглядит. Прям, а, я бы сказал, что перед такой трудно устоять. В общем, нужно сильно нажраться, чтобы у нас была какая-то движуха. Ладно, давайте накидаемся, чё бы и нет. Если уж нам настолько нужно быть прям настоящими жесткими чуваками, то давайте попробуем. Ты, говорит, не так плоха. Ну, да. Не пейте, ребята. Чтоб вот такого не получилось. Так, у нас есть тигринная бра и тому подобное. Или как-то так. Так, и чё у нас там дальше? Infinite... Так, в общем, что-то там про реальную звезду. С нами общаться не хотят все еще. Я слишком слаб. У меня уровень недостаточный, чтобы с такими ребятами мутки мутить, скажем так. Так, кто у нас тут еще есть? Я уверен, что... А, татушки точно. Вот, я татушку хочу. Хочешь, говорит, татушку? Да, я хочу татушку какую-нибудь самую адовую мне. Давай, вот, большущая татушка нам поставили. Так, это хорошо, это мы еще качнулись. Так, что тут еще есть? Туда дальше нас не пускают пока что, я недостаточно мощный, чтобы нас туда пустили. Так, и здесь больше не с кем нам общаться, да? Так, о, кажется, я могу кого-то впечатлить. Оу, да, так. И... Так, в общем, говорит, я зашибись, чувачок, короче говоря, нам говорят. И мы еще одну чиксу себе нашли. Так, что у нас там? Что, ничего, даже никаких приколюшек не дали? Серьезно? Я думал, что мне хоть что-нибудь дадут. Я типа такой, оп, и качнулся. Видимо, пока что недостаточно крут я, чтобы мне таких вещей давали. Так, оу, сколько всего открылось. Это что у нас? А, ну тут, в принципе, только галерея и сувениры, и остальное это все нам не нужное. Оно ничего интересного не дает. Так, мы берем с вами экстремальный допинг и сейчас будем с вами качаться. Сколько процентов мне дадут сразу? Можно, в принципе, массу мускул уже добить до 100%, по идее, если уделить здесь немножко внимания этого, пока на нас действует наш усилитель. Хотя он достаточно недолго будет действовать, как я понял, но он очень сильный эффект дает, поэтому можно 100% массы быстро набрать, но это не будет считаться тем, что мы еще здесь самые крутые с вами ребята. Это еще далековато до того, чтобы быть самыми крутыми на районе. Для этого надо будет еще шматья купить. На шматье открывается новое, когда мы с вами качаемся, набираем массу. Чем больше наберем, тем быстрее левел у нас апнется, получается. Наш доучбак метр вырастет, и мы станем самыми крутыми ребятами. Среди 9% всего осталось. Можно докачаться уже на этих таблет, на этом шприце, который мы с вами использовали, вообще без вопросов. Сейчас будет 100%. Посмотрим на размер нашего качка. Я думаю, что прям он будет впечатляющего размера. Еще один разок нам подкачаться, и будет все 100%. Давай, покажи нам мега мощь. Что ты можешь? 100%. Вот оно. И добей массу мускул до 100%. Ну да, мы добили, вон он какой здоровяк у нас стал. Так, вон он такой вот, неплохо, по-моему, да? А, если бы еще не стоял, не трес рукой. А, это у нас он это, под этим находится. Под допингом, поэтому вот такой странный у нас чувачок. Так, блин, я этими стрелочками все время путаюсь, куда я там хотел пойти. Так, здесь что-нибудь новенькое? Нет, здесь ничего нового нет, мы там уже были. Так, здесь мы с вами тоже были, здесь нам ловить вроде как и нечего. Так, нужна карта. Так, давайте по карте посмотрим, куда можно сходить. А, в The Bar. Почему ты не в The Bar все время говоришь? Тут пока что ничего нет, кроме того, что накидаться там в палатке вроде как тоже ничего не было. Ну, допустим, мы сходим еще раз в палатку, может быть, что-то поменялось в этой жизни.
жизни. Так, сюда, сюда. И вроде как ничего не изменилось. Видимо, это будет потом, когда мы что-то с вами откроем. Тогда нас туда и пустят. Так, нашел я все еще. Так. А, да, нам нужно... точно, мне вот с просвек напомнили, что мне нужно будет шматья купить. Ну, в общем-то, ребята, если вам захочется продолжение, лайком поддержите. Я дойду до самого максимума в этой игрушке, если вам будет это интересно. А, с вами был Кристалл. Более 1000 лайков давайте наберем. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Скоро с вами снова увидимся. Всем удачи, всем пока!